сознание мира формирует систему знания об окружающем мире через знакомство с основами истории, географии, социологии. Успешность обучения зависит от того, как будут реализованы цели обучения, предусмотренные учебной программой. В рамках обновленного содержания образования новым для начальной школы являются исторические темы. И предваряя возможность возникновения проблемных ситуаций у учителей, предлагаем вам решение следующих вопросов. На слайде представлены цели обучения. Рассказывать о древней письменности на территории Казахстана и тесно взаимосвязанная с ней цель обучения – изображать древние письмена, используя различные материалы, способы и средства. Предлагаем использовать на уроке проблемную поисковую технологию. Учащиеся в роли ученых-археологов должны прочитать информацию, оставленную древними людьми. Для этого им предлагаются иллюстрации с изображением наскальных рисунков. Учащиеся в группах делают различные предположения о том, какая была письменность у древних людей, какая информация об их образе жизни была передана через рисунки. Каждой группе будет это представлено в виде сообщения. Для реализации второй цели обучения можно использовать игру-ситуацию. Учащиеся воображают себя древними людьми и пишут палочкой на дощечке с пластилином письмо своему другу, ушедшему на охоту. Затем передают свое письмо одному из одноклассников. Идет работа в парах по расшифровке послания. Данные задания способствуют активному освоению учебного материала, развитию критического мышления и творческого воображения учащихся.